Естакади та тунелі врятують Одесу від заторів. Впевнені, в мерії чиновники планують облаштувати дворівневі розв'язки на перетині низки вулиць. Зокрема, в районі площі Толбухіна, першої станції Люздорської дороги та на перехресті Небесної Сотні з проспектом Академіка Глушка, вулицями Левітана та Інглезі. Крім того, круговий рух хочуть вести на перехресті Заболотного та Добровольського. Сейчас по площади Толбухина ведутся интенсивные предпроектные работы, изучение этого вопроса с целью определения состава проектных работ, с целью определения их ориентировочной стоимости. И уже буквально в следующем месяце, в начале, планируется объявлять тендер на закупку проектных работ по данной развязке. Водночас експерти таку концепцію розкритикували, мовляв, замало місця передбачили для пішоходів. Я посмотрел эти проекты, они абсолютно из прошлого века, на них не изображен ни один человек. Там нет зебр, нет светофоров, нет островков безопасности, нет велодорожек. Это город для машин, это прошлый век, и это неправильная концепция развития. Причем каждый из этих проектов стоит около миллиарда гривен, и денег на это в бюджете нет и не будет.